Зря вы это, Вера Михайловна. Здесь вас никто не отравит. Уже пробовали. Кому это надо, интересно? А вы не догадываетесь? Удушить, зарезать, пристрелить, отравить. Впрочем, какая разница? Конечно, ведь я для вас даже не человек. Так, назойливая муха, которую нужно поскорее прихлопнуть, чтобы не жужжала. Простите меня, простите. Я дура, я идиотка, я невоспитанная плебейка. Умоляю, простите меня, прошу вас, только верните мне сына. Вы же сами отец, вы должны понять мое состояние. Умоляю, будьте снисходительны и милосердны ко мне. И ваш Аллах будет снисходителен к вам, умоляю. Джафар, проводи женщину в ее комнату. Слушай, Вер, может быть, ты в Москву полетишь, а? Я договорюсь с миссией, скоро самолет будет. Да сына твоего я найду, я обещаю. И муж найду, гадом буду, но найду. Нет, Антон. Гадом ты не будешь. Не был никогда и не будешь. Па, тебя Мавлюда ждет. Как ты меня назвал? Па. Все, Сань, пошли. Пошли.